Еще раз всем привет, привет. Привет. С вами Светлана, да? Гюльбера, прихорошилась для фотографий. Всем привет, мои хорошие, с вами я, Светлана Ата. Ну, как вы узнаете, привыкли к моему новому образу, я до сих пор не могу привыкнуть. У нас лето, 30 чем-то градусов, посмотрите на мое новое платье. Я его решила, короче, я выхожу, Ашкыба шокирую. Он говорит, ты кто? В общем, неужели я так изменилась, что он не может ко мне привыкнуть? Желаю всем приятного дня и хорошего настроения вместе со мной. Оставайтесь со мной. Так, ну что, вместе с вами. Видите, еще надо мне похудеть. Так, еще надо мне, конечно, похудеть. Чем одела такое спортивное платье. Длинное, оно длинное. Я хочу показать вам длинное, посмотрите. Видите? С лампасами такими по бокам. Люблю я такие вещи, да? Тем более лето пришло, лето. Сейчас буду вместе с вами готовить Ашкыбу кушать. Завтрак. Чай поставила уже. Так, буду раскладывать свои машинку. Легла сегодня 6 часов. Представляете, легла в 6 часов. Почему легла так поздно? Потому что никак не могла загрузить видео. Я не знаю, по каким причинам, но никак не могла загрузить видео. Интернет, проблемы с интернетом. И останавливалась загрузка пару раз. А вы же ждали моего видео. Я же сказала. Вы знаете, что я человек слова. Вот когда говорю, то и делаю. Видите, как можно изменять эту прическу? Можно... Я так обильно сейчас желе намазала. Потом можно сделать как хочешь. Вообще можно и поднять, вот так стоит. В общем, потом заколочки куплю, вот здесь буду вот так клеить. Мне научили все в интернете, в ютубе много посмотрела вариаций. Так что вот такие дела. Сейчас, наверное, ему натворю яйца. Я хочу поесть творожок с йогуртом. Ой, жарко, даже в этом платье мне жарко. В общем, настроение у меня хорошее. Правда, непонятно что. Вот я встала. 10, легла в 6, стало 9:30. Думала, сейчас начну что-то делать, но такая была вареная, и я отключилась после 12 часов, опять заснула. И разбудил меня телефон, звонок. Потому что люди же рано встают, интересуются, кто-то звонит, пишет, кто-то насчет бизнеса, кто-то найдет мои прически. В общем, у меня сегодня такие планы, я вам сейчас покажу, что у нас творится на балконе. Я вчера решила все изменить. Во-первых, сейчас мою обувь, потом попозже я. Такой бардак, это кошмар. Покажу вам, что творится. Посмотрите. Сейчас эту обувь всю заберу. Этот шкаф вчера помыла. И хочу его поставить, иду в ванную. Здесь, посмотрите. Цветы поставила вот так все. В общем, делаю капитальную перестановку. Буду чистить, мыть, блистить все. А этот шкаф вчера, представляете, мыло как с душем. Мой муж с ума сошел. Говорит, разве так? Ну ты как турецкая женщина, те водой поливают. Говорит, может мебель в комнате, в зале, все так помоешь. Ну оно высохло нормально. Сейчас мы его переставим, и временно будет оно там, пока у нас не дойдет очередь до мебели. Мой алоэ приходит в себя. Я его поставила вот здесь. Посмотрите, приходит в себя. Он не сгнил, просто ему солнце не нравится. Я это поняла. Машинка тоже постиралась. В общем, буду закругляться сейчас, готовить завтрак Ашкыбу. И потом продолжим. Выпила сама стакан грейпфрута с апельсином. И Ашкыбу несу. И готовлю завтрак. Завтрак сделала очень легкий такой, потому что 3 часа дня поздно. Сама я съем творог с мацой, а ему увидите, что сделала. Покажу вам моего Ашкыма, как он там, что делает Ашкым Беним. Ашкым, Ашкым, Геннадий Ашкым, Геннадий. Насусын Ашкым, Ашкым разделся мой Ашкытов. Ашкым, Беним сачлары бегендин мы? Чок бегендим Ашкым. Сөйлейн саллары.
Эркей гибишимды. Канка. Канка гибидюр. Вот такие вот дела, мои хорошие. Ашкем. Афета усу нашкем. Я пошла делать себе другую еду. Ну а я сейчас усиленно принимаю семена чия, как вы мне посоветовали. А вы, кстати, пользуетесь рисовым тоником? Кто сделал? Посмотрите, я постоянно вчера ночью, даже в 6 утра, холодным льдом сделала себе такие это. Утром умылась тоже, но умылась, макияж нанесла. Абрикосками йогурт покушаем. Покажу вам. Ну что, вот смотрите, творог, мацони, это и абрикоски. И все, вот это мой завтрак и кофе, конечно, чтобы открыть глаза. Вот и подходит моя уборка к концу. Тут еще не вся обувь, еще в другом месте. Ну вот, то, что перемыла, перечистила. Здесь у меня шкема обувь летняя такая. Там вот положили, освободила столько места в коробке еще у меня в спальне. Не насмотрюсь на себя никак. Погода такая хорошая у нас, мои хорошие. Солнце, жара. Сейчас буду готовить курицу с овощами. Видите, а потом сделаю мороженое, обязательно вам покажу. Так, сегодня на ужин я приготовила вот такое вот красивое блюдо. Картошка, баклажан, пряности и курочка. Залила все помидорчиками, томатиком, маслечком. Сейчас все это поставлю в духовку. Читаю ваши комментарии. Не могу на каждого ответить, конечно. Хочу выразить вам большую благодарность за вашу поддержку, за то, что вы поняли мне, ну, кто не понял, их единица, считай, ноль среди тех, кому это понравилось. Да, вот пока сейчас я хочу иметь такой стиль, как раз у нас в Мерсе не так жарко, и заодно буду отращивать волосы. Ну, через месяц я их покрашу, потом посмотрите, как что получится. Огромное вам спасибо, мои хорошие, всех люблю вас. Я прошла продолжать готовить ужин. Решила приготовить сегодня же, что-то у меня муза нашла, не знаю, вы мне, наверное, даете такое вот настроение, энергию. Приготовить себе котлеты из кабачков, здесь в основном кабачки, чуть-чуть картошка, чуть-чуть. Добавила мацони, яйцо, геркулесовые хлопья добавила и муки добавила, соль, перец. Сейчас это все отправлю в духовку, а здесь вот печется такая курочка. В общем, видите, в одной духовке два этажа. Вот так вот все это будет. А вкусный запах какой идет. Ням-ням-ням. Пока ужин готовится, я не забываю о себе. И льдом, кубиком льда с рисовым отваром обработаю кожу. Тут морщиночки так течет, конечно, но эту салфеточку вот положила я специально. Ой, холодненько, ну. О, холодненько, холодненько. Там такая белая корочка образуется. О, это какая-то для кожи стимуляция. Бородочка. Ашким, раф-раф в беклерсине. Ашким должен этот прибить. Гель-гель. Гель-ашким. В общем, вот так, мои хорошие. Ой! Раф-раф беклерсини. Беклерлары раф ве излиджи беклерлары, аркадашлары. Дело ему даю всегда. Не даю расслабляться, Ашким. Ашким, сын истерсон буму. Хады я поим сана. Хады, бак. Это дизель для Джексона. Это кухня репну. Это хаирашкин. Какое масло, мясо? Ашкин был перинч. Сын плав северсун. В общем, будем сейчас делами заниматься с Ашкин. Все, выключаюсь. Так, мои хорошие, вот такая вот красота у меня получилась.
пожарила. Сейчас мы со Шкеймом будем ужинать. Приятного всем аппетита. А котлетки скоро будут готовы, сниму. Вот такой вкусный салатик сделала с гранатовым соусом, оливковым маслом. Вкуснятина! И много зелени. А вот мои котлетки из кабачков. Хорошо, там внизу прожарилось, просто сделала на большую такую скорость. Ну, вкусно будет, все равно поем. Садимся кушать со Шкымом. Наш красивый стол, не знаю, видите вы или нет. Будем сейчас запивать айраном и кока-колой. Всем приятного аппетита! Наконец-то дошло время у меня до мороженого. Я почитала очень много сейчас рецептов, не на ютубе, а просто в интернете. И посмотрела, что у меня получится, я не знаю. У меня вот я заморозила заранее, видите. И есть здесь и абрикос, и нектар, и бананы. И может быть понадобится молоко и блендер. Больше ничего. Что из этого выйдет, я не знаю. Сейчас это я все положу в контейнер, сюда переложу и буду взбивать. Результат поделюсь, обязательно покажу вам. Посмотрите, что у меня получилось. Шум был такой, мне пришлось закрыть двери и здесь, и на балкон. Ашкин, потому что испугался. Специально такая насадка, я вам потом покажу, когда сниму, для колки льда. Потому что это же лед. Первый этап у меня прошел. Сейчас я должна ложечкой. Вот так я, значит, опущу это со стенок. И продолжу взбивать. Больше ничего не надо. Это из правильного питания, мои хорошие. Если у меня получится так, как я предполагаю, пробуйте и вы. Посмотрите, что у меня получается. Я взбиваю по одной минуте, останавливаю со стенок, опять вот так вот спускаю. Вот, мои хорошие. Сейчас я попробовала на вкус и добавила пекмес. Можно добавить этот, ну вот из виноградного, такой есть у нас, да. В общем, так интересно. Никаких жиров, никакого масла, ни молока, представляете? Я закончила. Посмотрите, какой консистенции. Какие-то чудеса происходят. Взбивала я вот такой вот насадкой, видите? Она для колки льда, вот такой вот, да, видите? Сейчас я это перенесу сюда. Хорошо, что не выбросила. Ну, а я пока покушаю вот мое мороженое. Представляете, если у меня это получится, так фрукты в Мерсине вообще копейки. Вот все лето у меня будет полезное мороженое из правильного питания. Очень вкусное. Сейчас я его положу и поставлю в морозилку. Ну, завтра уже, наверное, будет готово. И будем вместе с вами кушать. Вот, посмотрите, столько у меня получилось. С двух банан, там маленьких, я вам показывала, да? Вы видели тарелочку, вот такую полную было фруктов. Ну, вот нектар, по-моему, две штуки было. Три абрикоса и два банана. Очень вкусная, на вкус можно и мед добавить. И экспериментировать, и какао, или шоколад. Зато 0 калорий, вы понимаете? Все, это отправляю в морозилку. Прошло 2 часа, как я обещала, буду вместе с вами пробовать мороженое. Посмотрите, какое оно получилось. Сейчас будем пробовать мороженое. Очень вкусное. Знаете, какое оно получилось? Кисленькое, чуть-чуть с кислинкой. Потому что там же нектар и абрикосы. Девочки, во-первых, полезно. Ни жиров, ни молока, ничего. Только фрукты. Нужно все заморозить. Вот на ночь положите, нарежьте. Банан имеет такое вот свойство превращаться в мороженое. Вот посмотрите, сколько вышло из 2 штук. А представьте, вот на дне. А сколько будет, допустим, если я куплю побольше фруктов? Это вообще класс. Тем более так хочется. А мы кто на диете хотим похудеть? Делайте этот рецепт, девочки, советую, мои лапулечки. Все, заканчиваю наконец-то это сегодняшнее видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, лайки, без дизлайки. Пишите комментарии, хорошие, плохие, все пишите, какие есть. Я все почитаю и постараюсь на все ответить. Пока-пока. Всех люблю вас, целую.